Китае значительно вырос объем прямых нефинансовых инвестиций в экономике других стран. Так, за первый квартал текущего года общая сумма составила более 60 миллиардов долларов. Это на 71% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015-го. Данные приводит Министерство коммерции КНР. Самым популярным направлением для китайских инвестиций за рубежом стал сектор услуг. Вложения превысили 43 миллиарда долларов, увеличившись на 73%. Объем инвестиций КНР в 49 странах одного пояса, одного пути составил около 5 миллиардов долларов, на 32% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.